здравствуйте, друзья. Я приглашаю вас на празднование 4 июля, которое состоялось 2 года назад в городе Саус-Салита. Мы там были с ребятами, отдыхали. Это такое место, где лодки, там яхты и так далее. Там было очень весело. И я так, как бы ностальгически понимаю, что многие не видели, показываю сейчас этот сюжет, чтобы так освежить. Веселое место, где играет музыка. Отошли 50 метров. Здесь такси стоят, ждут клиентов, может быть, которые хотят отъехать куда-то в другие места. Потому что сейчас 9 часов вечера, и скоро будет салют, и потом народ будет разъезжаться. А это вот, можно сказать, набережная в ее официальном исполнении. И мы хотели просто пару квартальчиков пройти вдоль этой улицы. Вот это в ту сторону. А здесь мы пойдем в эту, потому что наша яхта в ту сторону находится. Такое заведение. Люди, естественно, отдыхают в ожидании салюта. Окнами на воду все это. Тут какие-то красивые такие. Красота, можно сказать. Сувениры, все это блестит. Есть такой термин в США, называется window shopping. Вот мы сейчас такой шопинг делаем тоже через окно. Ходим и смотрим. И камера моя высветляет сильно
то, что происходит на улице. Здесь гораздо темнее сейчас. Это дегустационная винная. Вот там тоже люди есть, вот они стоят и дегустируют вино. И сопутствующие к этому делу товары. Очень неплохое время для дегустации. Очень неплохое. Слушайте, прям фосфорицирующим таким светится название улицы. Это, видимо, что тут? Ресторан с лестницей. Так. Ну, ребята, неплохой ресторан. Красиво одетый народ. Тут вообще много денег. И публика, я хочу сказать, вот мы ходим, смотрим, очень рафинированно. Здесь непростой народ. Я бы сравнил это... Может быть, не на 100%, но в какой-то степени я бы это сравнил с тем, как проходиться, например, по Стэнфорду. И там Стэнфорд Шоппинг Центр, там, где вот люди такие достаточно, ну, и денежные, и образованные, и самодостаточные. Вот так на них смотреть, это примерно такая же публика. Да. Вот мы идем здесь, а вот там Марина на той стороне улицы. Буквально метров 50 от нас уже вода, и там люди на лодках. Ну что же, здесь мороженое, йогурты. Так, все это на улице люди закусывают. Ну и в принципе... Такое ощущение, что улица это здесь закончилась. Мы просто маленький ее кусочек видели, тот, который в сторону нашей лодочки.